Моя матушка, никаких проблем. Емеля! Мама! Хорошо у вас быть. Хотим гордиться мной. Тебе спасибо, старичок и старичок. Если бы не ты, целый век бы мой сынок на печи валялся, да на Глашу возил. Я, мама, по Глаше так соскучился. А уж она, как по тебе скучает. Слезы льет крокодил. Правда? Внимание, марш!
Ребята, вы отправляйтесь с моим помощником к елочке. А остальные ребята, ответьте ко мне на вопрос. Приготовьте ушки, внимательно слушайте. Мы одеваем шапки, шубы, в метели, снег и холода, а ночью ветер воет в трубах. Бывает это летом? Нет, конечно же, не летом. Когда вокруг сосульки тают и ручейком бежит вода, весной это все бывает, скажите.